находясь в неволе рядом с людьми, могут принять человеческие привычки, вплоть до того, что перестают бояться воды. Это иногда приводит к несчастным случаям, так как плавать они все равно не умеют. Орангутаны выражают свои чувства большим набором звуков. Хныканье и плач, гнев, раздражение или боль, громкое чавканье и пыхтение – угрозу, оглушительный устрашающий рев самца, заявка на территорию или привлечение самки. Особую громкость последнему звуку придает горловой мешок-резонатор емкостью в несколько литров. Половая зрелость у самок наступает в 8-12 лет, у самцов – в 14-15. После беременности продолжительностью около 8,5 месяцев рождается один, реже два детеныша. Новорожденные весят 1,5-2 кг, кормятся молоком матери до 3-4 лет и живут с ней примерно до 6-8 лет. Такое необычно длинное детство объясняется образом жизни орангутанов. После ухода от матери другие обезьяны остаются в семье или стае, а орангутанам-одиночкам нужно быть хорошо подготовленным к самостоятельной жизни. Живут орангутаны до 30 лет, в неволе иногда гораздо дольше.